таким отношением. Да, конечно, не люди. Наступление, да, наступление, у вас вооружений нет, ребята. Наступление может быть. Чем собрались? Хопьем балк воевать, что ли? Ага. Сидите, рот закройте свой. Автомата-то нету, он что, на поле-поле, на этом, подберешь, и воюешь. Нормально, да? Да-да-да. Да, у нас такое вооружение, ага. Какое нахуй? Свалить, да хоть бы отпустили бы уже, чтобы реально назад не ехал. Да, сейчас он, блядь, отпустили. Ну, рапорта написали, ждем. Как подпишут. Да видишь, сами тупанули, надо было не ездить мне за этим, блядь, повестками. Сейчас-то, видишь, все гасятся, не хотят повестки получать, то мне... Все равно получат, какая разница. Ну, я тоже думаю, что не отмажешься, да. Сейчас-то с полиции приедут, да заберут. Ну, все. Ну, да, с девчонкой разговаривала, она... У нее два пацана, ну, два ребенка. Она говорит, я, говорит, уже, говорит, им справки рисую, говорит, чтобы нахер в армию нельзя. Не, я говорю, еду просто поведу, да и все, и скажешь, прокуратуру пишут, сами себе пиздят. Ну а пацаны, что, многие, которые не возвращаются? Да, он вообще, он был 4 месяца, уже 4 месяц пошел. Ты не возвращается? Нет. Потом сидят, кто даже не знает. Ну, так кто-то живые, блядь. Да. Да вообще, ну дадут мне условно сколько, блядь, у меня нету ни кривода. Ну. Идет на. Ну смотри сам. Нахуй иди, блядь. Всю правду расскажу. Как тут твои без патронов, без них. Военные. Угу.